Итак, у нас прошел второй этап бешеного хомяка. Третий этап бешеного хомяка. Ты подожди, включил? Да. Я один раз очень хороший кадр снял. И Андрей берет такой iPad и говорит: ох, блин, Андрюх, у тебя тут циферки бежать должны. Я вот так вот бегал и не снимал. Ну все, давайте немножко тишина. Куда побежал? Сережа, иди, разберись. О, бег, о, Дима. Так, короче, поздравляю всем с завершением третьего этапа. Ну-ка, фу! Бешеного хомяка. Следующее соревнование у нас ожидается в мае. Это открытие пинбольного сезона. Два дня будет фестиваль. Первый, второй день. Первый день, первый этап. Второй день будет... большой пинбольный замес. Что, у тебя будет, Андрюх? Да. Пока да, предварительно да. Сейчас, ребят... поддерживаем команду, это на мат пинбол с количеством 3 очков. Первое место с конца, это тоже первое место. Хлопаем, хлопаем! Третье место с конца тоже место, да? Второе место с конца, то бишь четвертое, заняла у нас команда Торнадо. Команда Торнадо! Давай, ребят, 4 шага вперед, Торнадо! Вперед, 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 4 шага! На мат порвали мы! Не-не, стоим, сейчас сразу награждаем, или нет? Нет, четвертый не награждаем. Но все равно, красавцы. Они все один раз на тренировку пришли. Торнадо дернуло одно победа, и общее у них 4 количества очков. Третье место, поздравляем команду Легион. 2 победы, 9 очков на Легион, шаг вперед! Подходим, Легион. Легион всего 2 раза были на тренировке. Вот у нас такие замечательные кубки. А где чубочек? Показывай, кубок показывай. С другой стороны. Да нормально поставь. Не кричи. Свою дивизию, блин, блёрг. Третье место. То спрячь, то покажи. Давай, пойдём. Всё уже. Можно в другие? Да, блин. До первого пойдёт. Что там такое? Вот, третье место, держи. Первое. Блин, вот эти первые места все, я все первые места напечатал, оказывается. Вот, третье место. А тут еще третье. Все, это другое совсем. Это мне, ну. Отправляем команду Легион. Похлопали! Наш, ребят, наркоманы. Встали, ребят, встаньте потом, прям там курите. Тишина! Команда, занявшая второе место, это у нас... Альтависта. Молодцы! Альтависта. О, похлопали! 3 победы, 10. Поздравляем, 10 поздравляем. Очков. Поздравляем. Руку жмем, держи. Да, конечно, так, да. Все. Спасибо. Поздравляем вас. Да. Выдаю же я. Вы что, можете первое место объявлять или я отвезу? Нет, объявляю. Первое место, поздно. Команда ТПК не удержит. ТПК, похлопали! Стой, куда берешь? Ну, вручать же надо. Поздравляем. Так, поздравляем, желаем всего удачи. Всего хорошего. Мы не хотели, чтобы они опять выиграли. Пожалуйста, поздравляем вас. Поздравляем. О, похлопали! Смотрите, там на стакане сразу написано, ТПК не удержит. Так, а ты у нас, какая команда? Осталось 3 кружечки. 3. Первое, второе, третье место. Я сейчас очень был бы рад, если бы у нас сейчас был бы турнирчик раз на раз до одного победы.